С вашего позволения, два стихотворения, одно совсем коротенькое. Наверное, его надо посвятить всем героям сегодняшнего дня, прекрасным редакторам и главным редакторам гордости нашей русским толстым журналом России. Коротенькое, у меня фамилия несерьезная, поэтому не ждите серьеза, из Дмитрия Александровича Пригова. «Бог меня немножечко осудит, а потом немножечко простит. Прямо из Москвы меня отсюда он к себе на небо пригласит. Строгий, бородатый и усатый, грозно глянет он из-под бровей. Неужели сам все написал? Что-то с помощью твоей, но то-то же». Спасибо. Божьей милостью авторам и редакторам журнала. А сейчас все-таки я прочитаю то, что я не буду завтра читать, поэтому приходите. Я ничего такого не буду делать, я совсем другое буду делать. Допустим, мы с вами не увидимся в Новый год, тогда я заранее поздравляю. Владимир Высоцкий. Аэрофлот. Еще мы не боятся мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов, жалея вроде, колет, как игла. И говорит, бедняга, у них и то в Чикаго. 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья. И мы вдвоем, и не под кумачом. Но знаете что, что я для предприятия, ну хоть куда, хоть как, и хоть на чем. Мне не страшно, я навеселе, чтоб по трапу пройти, не моргнув, тренируюсь уже на земле, туго-натуго пояс стянув. Но, слава Богу, я не вылетаю. В аэропорте время коротаю. С еще одним таким же побратим. Мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем и, может быть, туда, куда летим. Пусть в ресторане не дают на вынос. Там радио молчит, там благодать. Бежит швейцар и рявкает. Кто на Вильнюс? Спокойно продолжайте выпивать. Мне летать острый нож и петля. Не поесть, не распить, не курнуть. И к тому же безопасности для должен я сам себя пристегнуть. У автомата в нем ума палата. Стою я, улыбаюсь глуповато. У меня такое выдал автомат. Невероятно. Въейский, почти по-европейски. Свобода слова, если это мат. Мой новый друг к полудню стал ломаться. Уже наряд милиции зовут. Он гнул винты Уилла 18 и требовал немедля парашют. Я приятеля стал вразумлять. Паша, Пашенька, Паша, пошел. Если нам по чуть-чуть прибавлять, так какой тебе шутку разрешу? Он объяснил, такие врать не станут. Летел он раз, ремнями не затянут. Вдруг взрыв, а он и к этому готов. И тот нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов. Мы от его рассказа обалдели, а тут все переносят и не зря. Все рейсы за последнюю неделю уже на 33 декабря. Я напрасно верчусь на пупе, я напрасно волнуюсь вообще. Если в воздухе будет ЧП, приземлюсь на китайском плаще. Но смутно беспокойство ошушая, припоминаю, вышел без глашая. Ну что ж ты натворила, Катя, Кать? Вот он две соседки с едой всучили сетки, а сетки воздух будут пропускать. Прослушал объявление, но я бы уже не встал, теперь не подымай. Вдруг слышу, пассажиры за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Зря я дергаюсь, здесь не берут, пассажиры покорнее ягнят, террористов на борт не берут, неполадки к весне устранят. Считаю себя полным идиотом. Но я и там летал бы Аэрофлотом. У них гудбай в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся. Всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь. Мы взяли пунш и кожу индюка, брррр. Теперь снуем до ветру в темноту. Удобство во дворе, хотя декабрр. И Новый год летит себе на ту. Друг мой честью клянется спьяна, что он всех, кого надо, смести. Как же так, говорит, вся страна никогда никуда не летит. А в это время где-то в Красноярске
на кафедре, рассевшись по-татарски, о промедлении вовсе не скорбя, проводит сутки третьи с шампанским в туалете сам Новый год и пьет сам за себя, помешивая воблою в бокале, чтоб вышел газ, от газа он плюет, сидит себе на аэровокзале и ждет, когда ж наступит Новый год. Но в Хабаровске рейс отменен, там надежно застрял самолет, потому-то и новых времен в нашем городе не настает. Желаю вам счастливых времен. Спасибо.